Всем привет! Вот и пришла осень. Ну а мы с вами сейчас отправимся в Фикс Прайс посмотреть, какие привезли новиночки, что интересного, что полезного. Вот такие стаканы 400 мл от фирмы Kitchen. Миленькие довольно-таки стаканчики. Толстая стенка, не будет быстро остывать. Вот такие милипусечные кружечки кофейные, чашечки. Они идут с блюдцем, я так понимаю, блюдечко в набор, потому что вот это место, где ставить чашку, прям один в один с этой чашкой совпадает. Тарелочки вот такие. Пастельных цветов фирма Kitchen, 77 рублей. Они такие толстенькие. Я такие толстые тарелки не люблю, поэтому я вам показываю, а сама прохожу мимо. Тарелочки 18 сантиметров. Вот эти вот прям вообще такие миленькие, которые с ободком. Ну а самое интересное, они, конечно, вниз поставили. Там достаточно симпатичное блюдо, паста. Я так понимаю, сервировочное. Но я не стала ковыряться. Другое посмотрела. Вот такое блюдо за 149 рублей. Тоже сервировочное. Очень удобно на него, мне кажется, будет выкладывать вот целиком запеченную курицу. Или, допустим, плов, сверху мясо, места много, вкусно. Вообще в этот раз много достаточно привезли посуды новенькой. Вот такие тарелочки появились Luminarc. Я не помню, были они раньше или нет. В двух размерах они. Вот такой вот и побольше блюда. Ценники там не соответствуют, поэтому каждый раз смотрите на тарелках. Вот такие снова привезли. Я помню, когда-то такие тарелки уже были в форме ракушки. Привезли снова. По 99 рублей вот такие большие салатники. И внизу стоят еще одни, видите, блюда, я так понимаю, помельче и плоское. Оно тоже с пяточкой. Вот такие салатники по 350 миллилитров. Лаконичная такая форма, симпатичненькие. Вот такие привезли пиалы на 400 миллилитров. Здесь уже такая прямо явная форма ракушки. Интересное, наверное, морепродукты в нее выкладывать прям будет самое то. Вот такие соусницы. Они маленькие, симпатичные. И вот такой формы. Но она уже сколотая. Еще раз повторяю, будьте очень внимательны, а то еще и порезаться можно в магазине прям. Вот такие салатники. Что интересно, вот та большая ракушка пиала, а это салатник. Интересно. Значит, и стой надо пить, или жидкое что-то есть, да? Раз то пиала. Такие тарелочки уже были раньше. Привезли их снова. В этот раз только в двух размерах. Так что, если кому-то надо, обратите внимание. Такие кружки. Эмалированные. Качество хорошее. 149 рублей. Кружка литровая. Мы, помню, в такой кружке раньше заваривали чай травяной.
симпатичные рисуночки. Такие привозили еще миски, но миски уже разобрали. А это новые фляги для воды. Очень интересно смотрятся они. Приятно держать в руке. Но я себе вообще не представляю, как они в использовании. Потому что вымыть такую флягу внутри, но это, мне кажется, как-то проблематично будет. Форма для запекания 99 рублей. Они маленькие, размером, ну, с раскрытую ладошку, наверное. Не знаю, это, наверное, или на маленькую семью, или вот порционно запекать, чтобы уже сразу, знаете, ставить так вот на стол, не перекладывая в тарелочки. Вот такая новинка появилась. Это в форме стакана, такая емкость нижняя получается с утолщенными стенками, а верхняя просто стаканчик для завтраков. Такая прикольная вещица, но не знаю, даже она вообще удобная, нет, это все надо пробовать, мне кажется, потому что все там на резьбе, и представьте, там жидкое, и внизу, если жидкое, если протечет, ну не знаю как-то, ну так, знаете, поиграть в нее как конструктор, мне, например, было интересно. Ложечка крепится вот на крышку. При этом, когда закрываешь стакан, ложка вылетает. Вот видите, она уже выскочила. В общем, на любителя, наверное. А вот эту вещь я, наверное, себе куплю. Это скалка для раскатывания теста. И я так думаю, что она, наверное, очень удобно будет вот маленькие кусочки раскатывать. Снова привезли подставки для ножей. Эти подставки очень удобные, так что если вы увидите такую и вам нужна подставка, берите, даже не думайте.